Проверили цены на самые нужные. Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта провели мониторинг крупного сетевого магазина и двух розничных продуктовых на наличие товаров первой необходимости и их ценовой категории. Проверка прошла в рамках проекта ОНФ Бюро расследований совместно с Федеральной антимонопольной службой. Поводом стали многочисленные обращения жителей региона с жалобами на завышенные цены на продукты первой необходимости. В центре внимания активистов – цены на мясо и рыбу, хлеб, крупы, молочку, подсолнечное масло, овощи, фрукты, чай и соль, а также их наличие. Проверка показала, полного набора необходимых продуктов нет ни в одном магазине. Для себя хочу заметить, что все-таки, на мой взгляд, наверное, ассортимент товаров стал несколько ниже. Например, в крупном сетевом магазине мы видели небольшой ассортимент мяса. На мой взгляд, ассортимент молочной продукции стал несколько меньше, чем было до пандемии. А вот стремительного роста цен на продукты первой необходимости активисты не обнаружили. Все данные о проверке передадут в Центральный штаб ОНФ и в антимонопольную службу. Там сравнят цены с теми, что были до пандемии, и вынесут решение. В дальнейшем проверки будут проведены в крупных городах Владимирской области. По поручению президента Общероссийский народный фронт продолжит держать рост цен на контроле.